День Ивана Купала – праздник, знакомый всем с детства. В честь этого события в городском парке провели пенную вечеринку. Я люблю пенную вечеринку, потому что так можно вливаться, так, может быть, пенным монстром, но так весело. Очень было пена много. Мы там подождали, наверное, минут 10 или 15, и вот это того стоило. Очень было классно. Славянский праздник посвящен дню летнего солнцестояния. В старину в ночь на Ивана Купала совершались брачные обряды, прыгали через костер, взявшись за руки, и обменивались венками. У междуреченцев свои традиции. А мы просто обливались из ведерков, из кувшинчиков. Там это было Иван Купала, было очень интересно. Обливали друг друга просто водой. Мы бутылками, наверное, обливались. Капитошки делали из пакетов. Ну, вот как-то и все. Мы снова во дворе, двор на двор собирались и обливались.